Пойдем, там теплая вода. Пошли. Так, где-то сейчас он вылетит. Все, воду дали. Но я ж не вижу. Давай. Ну все, сейчас их отсюда не выгонишь. Тут скоро воды не будет от тебя. Выплеснется все. Давай. Так, где второй-то? Одного поймала. Ой, маленький мой. Молодец. Да нет. У него, по-моему, кровь из носа пошла. Да, ничего. Дико у тебя. Папа! Папа! А Сёма-то где? Вон он ходит. Что-то все с горки смылись резко. Ну-ка, алло. Пару слов для газеты буду. Давай. Так что пятки черные? Там комары! Камон, комары! Давай, пап, быстрее! Ты будешь их! Это техническое помещение, нам сюда. Пошли еще смотреть, что тут еще есть. Финская. Соляная комната. Комната отдыха, кофточка. Да ну, скучно там сидеть. Это туалеты. Все, только туда все. Это вид. Русская. Русская парня. Вон бассейн. После русской парной. О, давайте в русскую и потом бассейн. Так, ты кроссовки что ли одеваешь? Да эти вот надел бы сланцы, да и все. А кроссовки мне давай.
Этот-то дай мне. Нет. О, смотри, сколько паутов. Где? На машине. Это пауты? Ну что, ты не видишь? Ты их сбил? Сбил. Сбил машиной. У тебя машина монстр. Для сбивания. Так их надо, пауты. А почему их назвали пауты? Потому что, Семен, они пауты. А почему их так назвали? Почему? Потому что они пауты. А почему их пауты?